Ребят, смотрите, а еще нам повезло оказаться в Дагестане в момент школьных выпускных. И как раз сегодня куча местных выпускников, школьников, ну уже бывших школьников, гуляют по всему городу с ленточками, в белых рубашках, в черных штанах, девчонки в платьях красивых, ну школьных. Смотрите, везде, просто повсюду, все отмечают свой выпускной. Сейчас надо подойти к пацанам, спросить, как дела. Здорово, пацаны. Здорово. Как у вас выпускной прошел? Ничего, все хорошо, брат. Какой класс? 11. Все? Какая школа? 15. Лучшая здесь? Одна из лучших. Че вы, куда дальше? Москву прям сегодня, сразу? После ЕГЭ? Да. True story, travel. Все запомнили? Все, ребят, тогда удачи вам. В общем, народ радуется, молодежь гуляет. И мы пойдем тоже прогуляемся подальше. Ребят, зашли в торговый центр, тут еще больше выпускников. Все вот, смотрите, пишут какие-то пожелания друг у друга. Здравствуйте просто. Что вы пишете? Мы пожелания пришли на ночную жизнь. Да, общите меня тоже. Сейчас, брат, подожди. А что написать? Пожелания. А если же вы постираете ваши рубашки, все. Давай, напишу. Давай, удачи. Удачи. Пожалуйста. Ух ты, вас много, если всем писать? Нет, давайте, меня тоже. Эй. Так, давайте еще одному кому-нибудь. Давай. Все, и хочу сказать, реально, удачи вам желаю. Вы какой, 11 класс? 9. А, так вам еще 2 года учиться? Нет, А куда уходите? В колледж. В общем, не грустите. Все будет хорошо. И кто в колледж, и кто учиться. Все, мы пойдем дальше. Пока-пока. Смотрите, сколько тут народ. Так, идем ищем моих. True story travel. Давай. True story travel. Все. Давай, хорошо. Вот так вот с местной молодежью немножко пообщались.